Привет всем! Сегодня 9 июля. У нас в городе начался триатлон. Люди тут отдыхают. Столько велосипедов на машине не проедешь, поэтому либо пешком, либо на таком вот транспорте. Очень много людей. Сколько велосипедов, это кошмар. Мы тоже вот на одном велосипеде, один в коляске, а один вот на машине, но пришлось мне тащить. Я говорила, бери велосипед, он нет машины. Вот теперь я несу этот еще и машину, и коляску везу. Так, будем проходить, посмотрим, что там. Что за там концерт или что, сейчас посмотрим. Хорошо, кому-то из балкона все видно, и выходить не надо. Так, сейчас мы поставим велосипед и пойдем дальше. Так, вот мы зашли. Столы. Я так понимаю, пиво пьют. Тут спортивные футболочки. Смотрю, маечки, шортики. Все спортивное продают здесь тоже. О, сколько людей. Так, идем дальше. Смотрю, там фрукты продают. Идем. Там смотрю наверху машина. Здесь машины стоят. Выставка машин. Идем дальше. Полицай. Мартин, под ноги смотри. Машины какие. Наверху тоже машины. Идем дальше. Брецели продают, смотрю. Там тоже фрукты. Тоже спортивные. Мы вообще решили прийти рыбок хлебушком, булочками покормить. А тут праздник. Ну, думаю, не зря пришли. Только у нас, наверное, не получится рыб покормить, а может получится. Посмотрим сейчас. Если там не закрыто. Да. Детям говорю, держитесь за коляску, а то потеряетесь. Вот, держится. Один спит уже. Да. Адидас со скидкой. 140 продавали за 99 теперь. Ну, смотрю, все для спорта здесь. Велосипеды. Купальники. €1200. 3900. 4500. Совсем даром велосипеды. Так, здесь сцены, я смотрю. Сцену поставили. Интересно, на детскую площадку пройдем или нет. Все позакрывали. Может, с другой стороны. Там детская площадка. Там мотоцикл, смотрю, спортивный. Березки. Мы туда заходить мы не будем.
Ой, какой маленький, шустрый. Опередил. Вот так вот. Вот. Вот тренировок. Чтобы один раз. Это пройти. Dadurch sind unsere Squeezy-Produkte in über 40 Ländern der Welt erhältlich und werden permanent mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelt. Neben Energy Gels bieten wir von Squeezy Energy Riegel und Drinks, Fruit Gums, Tee und Verträglichkeiten. We are Squeezy. Upgrade yourself. Squeezy Sports Nutrition. Все болельщики собрались. And so we welcome home. Травка уже высохла, была зеленая, еще и вытоптали ее. Здесь такие тренажерчики у нас. Мартин у нас тоже бегает. Посмотрел, как дяди бегают, теперь бегает. Яблоньки растут здесь. Яблочки вот такие, ранетки. Данька все-таки не поспал. Да, гудят, хлопают. Прогуливаемся. Мостик, наверное, закрыт. А вообще-то люди ходят. А тут скажут, мусорим здесь. А мы рыбок хотим покормить.
сколько болельщиков, либо просто люди отдохнуть. Как и мы. Неожиданно. Так, по ступенькам мы там точно не поднимемся. Мы с коляской. Либо коляску оставим. Там сцена. Даже не сцена, как арену сделали. Каждый год эту арену собирают один раз в год для триатлона. Здесь рыбки плавают, мостик здесь закрыт. Вот, вот так вот нам по ступенькам надо подниматься. Выставка велосипедов. Также и спортивная одежда. Беговая дорожка. Вон шарик дают. Иди возьми шарик. Дамки нам шарик вот привязали. Медальончики, кулончики. Мусора сколько уж собралось. Да. Люди все по-спортивному почти одеты, а мы что-то как-то оделись не по-спортивному. Один Владик только, с Рональдо у него футболка. Мартин вообще в рубашке. А я вообще в платье. Ну, думаю, ничего страшного. Ну, поварочка стоит с зайчиками. Так, выходим на выход. Вот какие флаги есть в вот таких странах. Я так думаю, люди и участвовали. Машина новая, видимо. Блестит. Так же и там. Вон какая красивая. Ну, можно здесь сразу, наверное, купить да уехать. Там машину припарковали. И велосипеды начинаются прямо оттуда, с той улицы. И везде-везде велосипеды. С этой стороны. Там, где я уже снимала, показывала. Забор обклеен участниками, спортсменами. Вот на таких удобно передвигаться машинах. Ну, два человека с кузовом. На таких вот много мотоциклов было. Ну, на этом все. Буду заканчивать видео. Сейчас пойдем в центр, прогуляемся там, посмотрим, что там, может, и что добавлю к этому видео. Здесь смотрю, батуты для детей там прыгают. Так вот, вот ждут мои. Ну все, на этом пока. Всего хорошего вам. А в центре тоже все перекрыто. Тоже бегают вон спортсмены.
чтобы не мешался под ногами. Женщины бегают там, не только мужчины. Мама дорогая, что здесь было? Сколько мусора. Поролон валяется, откуда он вообще взялся? А, это для спортсменов. Специально для них мочат. Конечно, столько бегать, бедные. Дороги перекрыты. Кстати, для тех, кто хочет похудеть, зайдите на канал Светлана Савичева. Фитнес-мама троих сыновей. В отличной форме. Она показывает для все упражнения на все, для всего тела. Я не спортсменка, но смотрю ее канал. Просто удивляюсь и восхищаюсь такими людьми, которые могут следить за своим здоровьем и за своим телом, за своей фигурой. Как раз здесь у нас церковь. 5-5 уже. Так, мы здесь и застряли. Я даже не знаю, как теперь нам пройти здесь. Спортсмены бегают, бегают. Все перекрыто. Молодцы, что сказать. Не курят, не пьют. Только спортом занимаются. Вот мы даже дорогу перейти не можем, так как не хотим мешаться. А люди все равно пытаются пробежать. Мы сверху церкви. Памятник такой. Ну вот церковь. Магазин Мюллер напротив. Пойдем в центр сходим. Мы, кстати, уже в центре, еще чуть-чуть осталось. Вот такой у нас триатлон. Один раз в год. И интересно, не знаю почему, почему только в нашем городе. Der Boden brennt hier und es ist richtig, nicht nur der Boden brennt, sondern beziehungsweise das Kopfsteinpflaster, das weg ist. Bei euch kann auch noch viel passieren. Hängt euch an jemanden dran und sagt, ja, der läuft mal ins Hemd. Экран поставили. Цену.
такие летние кафешки у нас. Они каждое лето. Все, мы вышли с краю здесь. Фонтанчик такой интересный. Водичка. Немножко отдохнем. Лавочки есть, так что сейчас отдохнем с детками. И дальше прогуляемся. Отойдите с дороги, там дяденьки на велосипедах едут. Идем дальше. Здесь такой забор с камней высокий. А здесь это квартиры. Двухэтажки получается. Лицо стоит. Цветы какие красивые. Водичка протекает. Вон там бассейн. А некоторые вообще здесь машину поставили. То, что дорога перекрыта. Вот так вот поставляли и пошли болеть. Хорошо припарковалась. Миниатюрненькая, раз так. Колесики на тротуар. Детская площадка здесь. Из трех стволов деревьев сделали. Горки и эти всякие дела сидеть. Я седьмого, они еще все бегают. Здесь на потанцовке девчонки. Даня на потанцовке тоже. Танцор диско не может. Наконец-то мы выбрались. Все дороги закрыты. Идем домой. Такой фонтанчик интересный. Вот там дорога есть открытая проехать, а вот здесь все уже. Там тоже в сторону Альди закрыто, перекрыто, там бегают. Ну все, на этом точно все. Пока-пока. Всем всего хорошего.